Ого, транспортник. Так вот, что за взрыв мы слышали. Приятно, что часовые у Белой рощи не дремлют. Ручья, затем переправьтесь на ту сторону. Выйдите прямо к Белой роще. Тут не заблудишься. Так и сделаем, спасибо. Ладно, идем. Гордон, приведи машину и сыграем кто быстрее. Хороший мальчик. Гордон, что-то на радаре. Торчит антенна. Это
Белая роща. Ладно, мы в двух шагах от базы. В крайнем случае дойдем пешком. За взрыв мы слышали. Приятно, что часовые у Белой рощи не дремлют. Что это? Это страйдер. Я вот. Затем переправьтесь на ту сторону. Выйдите прямо к Белой роще. Тут не заблудишься. Так и сделаем. Спасибо. Ладно, идем. Гордон, приведи машину и сыграй кто быстрее. Хороший мальчик.
Похоже, нам опять нужна твоя помощь. Не возражаешь? Давай к базе на перегонки. Поднажми, Гордон. Гордон Фриман. Пёс, на этот раз ты победил. Пустите нас. Эй, впустите их. Спасибо. Мы и так и поняли, что это вы, когда пёс встрепенулся и помчался куда-то. Я думаю, как никогда в жизни. Последний рывок, Гордон. Идем. Здравствуйте, Дов. Ну, Гордон Фриман. И как раз вовремя. Алекс, доктор Фримен, сюда. Привет. Как мы рады, что ты наконец-то здесь. Да, мы слышали, что с вами приключилась небольшая некомбайн и решили пойти на пролом. Надеюсь, теперь они усвоили урок. Не возражаете, если мы оставим пса охранять снаружи? Нет, нет. Пес, ты все слышал? Я пойду к папе. Увидимся позже. Береги себя. Думаю, Элай не знает, что вы уже здесь. Он в первом отсеке шахты. Сюда, пожалуйста. Ну что,